Так, не допустить никаких повреждений Гипериона, ну это неплохо. Меньше чем за 25 минут. Так, ролик, наверное, какой-то интересный. Здравствуй, Керриган. Давно тебя жду. Я удивлена, что ты не сбежал. Сбежал? Дорогая, боюсь, что тут ты ошиблась. Неужели ты думала, что я подпущу к себе такую опасную тварь, как ты, не приняв мер предосторожности? Несомненно, ты моя величайшая ошибка. И теперь, наконец, ты умрешь. Чёрта с два! Муки ада не искупят твои вины за загубленные жизни. Я сделал из тебя монстра, Керриган. Ты сделал монстрами всех нас. Спасибо, Джим. За все. Рад был помочь. Как и всегда. Теперь я вижу своего истинного противника. Он выжидает в пустоте, и ему подвластны немыслимые силы. Чтобы сразиться с ним, я отказалась от всего. От человеческих радостей, от всей своей жизни, от любимого человека. Но я выхожу на эту битву не одна,
Я — это Рой. Так, типа эти самые все, да? Компания зергов, получается, все, осталось протосов компания. 27 заданий, ничего себе. Так тут аж на три их. Пролог. А там такого нету, ну-ка. Кампания завершена. Ну, пролог надо включить. Чувствую тебя. Почти 300 лет люди полагали, что они одни в секторе Капролу. Они заблуждались. Пришли зерги, поглощающие все на своем пути. А следом протосы. Высокоразвитая раса, готовая истребить тиранов, лишь бы очистить зараженные зергами миры. Человечество оказалось втянуто в чудовищную битву на три фронта. Тем временем разразилась гражданская война. Шериф Джим Рейнер поклялся отомстить диктатору Арктуру Менгску за то, что тот предал его возлюбленную. Так, погоди, мы все знаем. Новая кампания, как обычно, новичок. Предчувствие тьмы, это, короче, пролог. Амун, падший Зелнага, возродился где-то в космосе, и его пришествие грозит погубить все живое в секторе, прежде чем вернуться к своему народу и предстать перед судом. Зиту скитается по галактике в отчаянной попытке остановить приход тьмы. Он ищет последнюю часть древнего пророчества и последнюю надежду на спасение. Ну так это... Разве эти миссии не были в компании тиранов? Сказано, Амун, темный бог, снова жив. Вся надежда на спасение нашей галактики в руках Зелнага. Лишь одна часть пророчества остается неисполненной. В мире, где возродится Амун, воссияет и последний свет. Одному существу было известно это место. Самиру Дюрану, также известному как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёбиуса. Надеюсь, она раскроет нам его тайны. Зератул, это честь для меня. Я Претор Талис, смиренно прошу твоей помощи. Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Нам удалось отследить их путь до базы тиранов, но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Талис. Да скроет тебя Адун до моего прибытия. В этой лаборатории силы удерживают наших братьев. Их надо освободить, пока Рой не уничтожил комплекс. Зератул, я почувствовала твое присутствие. Скажи прямо, что тебе здесь нужно? Я
прибыл сюда в поисках информации и своих похищенных братьев. И то, и другое находится в руках закрепившихся здесь тиранов. Я это исправлю. В этой лаборатории выращивают гибриды для армии ОМОНа. Мой рой сотрет ее в порошок. Я знаю, что это тебя не остановит. Главное, не стой на пути у моих войск, Зератул. Не волнуйся, Талис. Мы будем сражаться. При должной тактике и скорости нам удастся избежать встречи с Роем. Хорошо. Я подготовил наш Нексус к твоему прибытию. Впереди зал, где удерживают пленных тамплиеров. Войны к бою! Это все круто, но потом. Это будет у нас... Ну, пускай темный шепот так и будет. Темный шепот.